Сегодня еду на 8.10, потому что 8.19, которая Травницкая, она идет со всеми остановками. А это уже такое себе. Типа в 9.39 я буду только на станции Технопарк. А это уже такое поздновато. С учетом того, что буду брать кофе в кофиксе, это уже будет поздновато. Поэтому поехал на 8.10, в 9.30 я хотя бы приеду. Это уже хоть что-то. Раз кофе взять туда-сюда. Ну, время будет на то, чтобы там подобрать заказы и все такое. А завтра у меня уже сейчас рабочий день. И непонятно, насколько, скольки я завтра поеду. Хотелось бы, конечно, выспаться, поспать там хотя бы до 9, где так, до 9.30, и в 11 там, допустим, поехать. Ну что, хоть как-то выспаться. Ну, как пойдет. Хотя завтра с утра двое человек будет на складе. Вроде так. И надо высыпаться тоже охота. Следующая остановка Ильинская. Thank you.